Здравствуйте, если у вас плохое настроение, депрессия, или вы просто потеряли ощущение счастья, дослушайте этот ролик до конца. Даже если у вас настроение на хэ, еще есть много вариантов. Ну а если серьезно, это бывает с каждым. И даже самые известные люди переживали период спада. Например, Стивен Спилберг не смог поступить в школу кинематографа. А Томас Эдисон провел целых 1999 опытов и только 2000-й оказался удачным. А Уолта Диснея уволили с должности карикатуриста, потому что он был профнепригоден. Элвис Пресли был освистан в баре. Опра Уинфри была профнепригодна. Сильвестра Сталлоне считали бездарным актером. Бейонс 10 лет считали бездарной певичкой. И даже Мерлин Монро считали бездарной актрисочкой. И даже некрасивой. И если у вас сейчас такой период, то вам достаточно сделать некоторые действия и кое-что для себя понять. Первым делом нужно включить мозги и сделать честный анализ ситуации. Перед собой вы можете быть честным. Следующий шаг – провести ревизию. Мы как те компьютеры, у которых открыто много окон, и туда утекает весь наш трафик. Нужно закрыть все лишние окна. Далее вам нужен план. Любой самый длинный путь начинается с первого шага, так сделайте его. Далее вам нужно оглянуться назад, ведь не так мало у вас уже есть. Проведите ревизию, оцените то, что судьба вам уже дала. А еще оглянитесь на тех, кому еще хуже, чем вам. Таких немало. И попробуйте им помочь. А вот здесь вы задействуете сразу два механизма. Во-первых, вы поднимаете свою самооценку. А во-вторых, вы забрасываете добро в космос, и оно обязательно к вам вернется. Делай добро и бросай его в воду. Внимание, самая ценная валюта на сегодня. Так перенаправьте свое внимание на те мелочи, которые вы пока не замечаете. Например, как светит солнышко, или какая прекрасная травка, или какой пушистый снежок. Выйдите, насладитесь природой. Помните о теле, возможно, вам надо выспаться. И не забывайте о физических нагрузках. Попробуйте сделать зарядку. А еще займите себя интересным делом. Найдите друзей по интересам. И увлекитесь этим новым делом. И самое главное, это позитив. Улыбайтесь, шеф любит идиотов. А есть один хитрый прием. Улыбаться по часу в день. Достаточно просто механически натянуть на себя улыбку, и ваше настроение автоматически поднимется. Попробуйте.